Итак, друзья, всем салам алейкум. Вы находитесь на странице Ahmed Joy, и это очередной ролик с вручением. Мы разыграли белую, четкую, интересную, хорошую оперскую семерку. И победитель у нас был с города... Мурманск. Мурманск. А, да, он был с Мурманска, но сам с Дагестана. И его родственники, получается, сейчас забирают машину. Салам алейкум, брат. Алейкум ассалам. Тебя как зовут? Фарман. Фарман. Это, получается, кто вам победитель? Шурин, получается. Ага, понял. Ну, в принципе, что говорить, давай сразу машину посмотрим. Тянуть не будем. Мухама, ты мне нужен. Идем сюда, идем, 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 прямо в кадр залезай. Здесь у нас спецсигнал стоит. Что-нибудь лишнее стоит вообще, то, что не нужно? Вспышки стоят, единственное. Ну, вспышки, ничего страшного нету. Да, да. Все, чисто тонировка, вы ее можете снять. Посмотрите, посмотрите, да. 11-го года машина, вот. На ней вы доедете куда надо. Честно говоря, вот не ожидали, что вот так получится. И как бы не верили, что такое вообще бывает. Вот. На самом деле есть такое дело. Спасибо организатору всего этого. А тем ребятам, которые тоже участвовали, ну, не огорчайтесь. Иншаллах, в следующий раз получится, иншаллах. Все будет нормально. Всем здоровья, берегите себя. Это ПТС-ка, это техпаспорт. В WhatsApp я скидываю вам паспорт владельца. И все. Дальше уже просто переоформить. Все. Спасибо вам большое. Спасибо вам, что вот организовали этот, в этот Рамазан месяц. И выигрыш получил племянник. И вам еще раз спасибо. Это не фальшивый, ничего. Все оригинал, как говорится. Естественно, что происходит. Это все чисто. Не одма. Вам тоже большое спасибо. Вы, получается, едете в Дербент, да, на этой, да, машине. Да. Все, вам удачной дороги. Она туда доедет. Ну, машина свежая, как бы. Вот. Спасибо за участие. Вот. Будем участвовать в дальнейшем еще. Угу. Люди думают, то, что я своим всегда отдаю. Все это то, что родственники. Не родственники. Первый раз я их, ребят, вижу. Как говорится, вот мой сын Фарман, внук Курбан. Ахмед. Первый раз. Этот месяц, тем более, не будем обманывать. В обмане здесь ничего нет такого. Спасибо. Тут газ тоже стоит. Все, да. Газовое оборудование, все как положено. То есть вообще минимальный бюджет вам понадобится, чтобы доехать там на 200 рублей заправить. Сейчас заправим мы. Вот. За рулем вы будете? За рулем я буду. Ну, можете вот тест-драйв сделать первый. Так, вот сел за рулем машину, еду домой к себе в Дербент. Спасибо, ребята, еще раз вам всем. Как говорится, многие не верят. Это чудеса не верят. Есть. Вот, смотрите, друзья, как вспышки моргают. Блин, все-таки машина красивая, мне она нравится. Мага, тебе бомбочка даже? Вот, спасибо организаторам. Просто бомба. Вот так, ребята, участвуйте. Большое спасибо организаторам этой программы. Все, как говорится, что еще сказать? Все честно, человек просто подписался. Выиграл. Выиграл племянник мой. Сейчас мы вот машину забираем в Дербент. Он сам в Мурманске приедет, как говорится, оформит все чин-чином уже. Все, все. Большое удачи вам дальше. Вам тоже удачи. Давайте сделаем пару фотографий. Вам спасибо большое еще раз. Вам удачной дороги. Спасибо. Как доедете, обязательно напишите, чтобы моя душа была спокойна. Напишем. Вот. Созвонимся. Все, документы я дал. Да, у меня документы. Вот. Все, все. У меня документы. Все. Все. Вы можете ехать, в принципе. Все, можете снять, да, пленки? Вы можете пленки снять, можете с пленками поехать. Как вам удобно? Нет, здесь на посту. Все, да. давайте мы вам поможем. Мухаммад, да. Идем, помоги ко мне. Пленки снимем. А здесь как это происходит? А где вот это? А, здесь электростеклоподъемники есть, прикиньте. Итак, друзья, в очередной раз мы
по факту показали и доказали, как вручили этот автомобиль. Пересматривайте прямой эфир в IGTV. Там я сделал прям миллион раз нажимал на эту кнопку. Вообще просто по фактам доказал то, что я делаю честные гивы. Вот, пожалуйста, машина уезжает в Дербент. И попробуйте, только попробуйте написать то, что мы опять кого-то обманули. Попробуйте написать это чертовое слово «Лохотрон». Если это лохотрон, просто не участвуйте и все. Вас никто не заставляет. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем огромнейшее спасибо за участие. Спасибо за доверие. Если что, на связи. Я обещаю, то, что вас никогда не подведу и никогда не позволю себе кого-то вот в таких вещах обманывать. Салам алейкум всем. О, смотри. Опер. Чисто. Нет, она все-таки красивая. Кто бы что ни говорил, красивая. Она бомбочка, брат. Давай, выключай, вот так.